Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше прохождение Скайрима. Итак, бежим мы с вами непонятно куда пока. Но я предполагаю, что мне нужно наверх. Так, что у нас здесь? Сюда меня, походу, не заносило. Так. В любом случае, мне надо бы наверх. Как наверх попасть? Непонятно. А может сюда? Да. Побежали. Так. Но мне что-то кажется, вот туда мне нужно. Не знаю, могу ошибаться. Вот эти ловушки тоже, они такие очень забавные. Не просто так же они здесь. Так. Тем временем... непонятно, куда дальше, но что-то мне кажется, что вот эта фиговина должна опускаться как-то. Но пока не знаю. О, я молодец, немного себя поджарил. Конечно, как же без этого. Так. О! А что вот это такое? Так. Ух ты, ё-моё. Ага, очень. Мне кажется, или в меня тут кто-то стрелял. Братан, ты что-то перепутал там, походу. Раз, два, три. Твою мать. Так. Вот засада. Level up. Что, мне кажется, видать, у меня, если хитпоинты красным подписаны, может быть, у меня мало хпшечек. Стрельба 49, а мне надо полтинник минимум. Хотя... А, вот, да, все-таки. Стрелы с 50% вероятностью заставляют пошатнуться всех противников, кроме самых крупных. На трупах вы находите вдвое больше стрел. О, кстати, это неплохо. Так, давайте, наверное, я оставлю. Не буду распределять уровень. Смотрите, подходим к этому. Открывается первый, открывается второй, открывается третий. Ах ты, блин. Все, я понял.
Три, раз, два, три. Дзен! Ох ты, ё-моё! А что ж ты будешь делать? Чё-то... Закрывайся. А я не хотел к тебе подходить. Твою за ногу, а? Опа, пробежал, как я. Фух. Кто молодец? Я молодец. Кто драться хочет? Шакалы. Я ж... О, как свежо. Ну, огоньком меня особо не испугает. О, вижу пауков. Как же их не люблю. Так, пауки готовы. Отмычечку я себе возьму, спасибо. Ага, ясно. Подъем. Holy shit! Интересно. Дзен. Ну, я жив, и это хорошо. Аметистик заберем. О, я молодец, я перегружен. Провалено добыть рок Юргена, призывателя ветра. Давакин, нам нужно поговорить срочно. Отправляйся в таверну «Спящий великан» в Ривервуде. Сними комнату на чердаке и... Что? И я встречу тебя там. Ага. Окей. Блин, так написано, что... Тяжеловато понять. Децл. Все. Маленько перекусил. И уже. Так. Здесь ничего, походу, нет, да, больше? Так, ну, окей, будем тогда двигаться, я думаю, на выход. О! Понятно. Не густо. Золотишко. Разбросано-то тут. Вау. Эльфийский боевой молот. Это, конечно, мощно. Но вот... Что мне скинуть тогда?
Что бы унести с собой-то? Ну вот это вот барахло точно можно скинуть. Ё-моё, вот это я перегружен, а. Так, что у нас тут? Ага, там есть выход. Выход-то может быть и есть, но вот. О. Так. Бляха, что-то не то скинул. Ничего, сейчас что-нибудь выпьем. Не-не-не. Мне бы, блин, что-нибудь выпить, где? Не поверю, что ничего нельзя. Остальную муку сейчас он сожрем. О, ой-ой-ой. Плохело нам маленько. Все есть, все хорошо. Выбираемся отсюда. Было бы неплохо изначально зайти через это. Сразу как гробницу опы попал. Ага. Конечно. Вон оно чё. Ну да, это облегчит выход. Нам же сюда. Да. Дзен. Все, прямо по курсу, никуда не сворачивая. Валим. Наконец-то мы вышли. Так. А куда они хотели? Ривен что-то там, да? Рорикстед? Нет. Ага, Ривен вот аж сюда. Далековато, конечно. Это, конечно, прям вообще очень далеко. А я бы даже, наверное, предложил сначала... О, а враги тут. Не вопрос. Сейчас я разберусь тут со всеми врагами. Мадемуазель. Так это ты тут все разнюхиваешь? Чердак?
Да. Что ж, у нас нет чердака, но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. Ага. Слева от двери. До свидульки. F5. Значит, ты Довокин. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. Мне ничего не дали. Жаль. У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Теперь можно поговорить. Я к ниндзя. Ну. Так, все, я тут. О. Дратутин. Они, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Конечно, правы. Я даже и не знаю. Надеюсь, ты просто прикидываешься. Это я оставила записку в Устангреве. Предельная осторожность и осмотрительность. Всюду шпионы Талмора. Так. Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талморцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Окей. Продолжай, слушаю. В записке я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Так. Ого. Да. Мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением драконов. Это да. Это не важно. Важно то, что ты, быть может, и есть Довокин. Так, зачем ты ищешь Довокина? То, что многие забыли. Драконорожденные... Совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Да, так мне и довелось понять, что я Довокин. Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Я знала, что седобородые пошлют тебя туда, если подумают, что ты Довокин. Они очень предсказуемы. Увидев тебя здесь, я поняла, что тебя прислали седобородые, а не талморцы. Если не доверяешь мне, глупо было приходить сюда. Однако. Мы помним то, что многие... Только вы можете окончательно убить дракона... Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Вот это да. Ты представляешь, насколько дико это звучит? Почему ты думаешь, что драконы возвращаются к жизни? Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели.
И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Замечательно. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Охренеть не встать. Как ты все это узнала? Догадаешься, кто добыл для меня карту в храме Ветреного Пика? Драконий камень — это карта древних захоронений драконов. Я посмотрела, какие из них теперь пусты. Картина совершенно очевидна. Пробуждение катится с юго-востока, начиная близ Рифтона, в Джирольских горах. Следующим должен стать курган в роще Кин, если ничего не изменится. Угу. Несколько лет назад я почти то же самое сказала своему коллеге. Что ж, оказалось, он был прав, а я нет. Понятно. Так куда мы идем? Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Так, подожди, мне нужно доделать кое-какие дела. Встретимся в роще Кин. Не теряй времени в дороге. Ну, хорошо, как скажете, уважаемая. Да подожди, мне тут надо еще зачистить немного. Не зря ж я прибыл. О! Тут еще... Не. Борода. Надо же, что-то даже наварил себе. Меч клинков. Так. Конечно, я перегружен прямо-таки жестко. У нас есть комната. Это ее дело. Не мое. И не твое. Давай утолим твой голод. Давай попробуем. Но мне не утолять, мне надо просто немножечко распродаться тебе. Ну как-то так. До встречи. Так. Парам-парам-пам-пам. Таб. Предметы 330. Ё-моё. Надо что-то выложить. Но я вообще не знаю, что. Хм. Что ж делать? Там. Можем пойти вместе или разделиться и встретиться там, как хочешь. Нифига себе, это что за нафиг? Зачем они друг друга обижают? Так, я понял. Придется что-то выкинуть. Мадам, ты вообще видела, что происходит? В чем дело?
Хорошо. Я первый заметил. Немного прав. Таки не повреди. Иди сюда, шакал. Ах ты, падла. Лежать. Опа. Все мое. А дзена мне с него дадут? Мое почтение, а? Это мне нравится. А вы как думали? В такое не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Несколько поколений назад тут появились первые предки Герд, не может, лесорубы. Ты? Тебе удалось забрать его душу. В такое и не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Так. Это, конечно, все очень хорошо. Но, блин, мне нужно немного распродаться. То, что такой замк. Ой, блин, ну я просто не хочу ничего продавать. Ой, боже мой, продавать не хочу, ничего выкидывать. Продать-то, может быть, я и хочу что-то. Братишка! Кто-то зовет мой товар мусором. Давай резче. Так, 750 голд. Это норма. Держи, значит, один двемерский. О. И самое что... Во. Самую вкусняху, на. Так, существуя люди уровня 4 ниже, атакуют всех подряд. Неинтересно. Посох узкое существо. Не сражаться тоже неинтересно. А не, папаша. Это оставлю. Посох искр. Посох зомби. Посох зомби продам. Меч клинков. Почему бы и нет? Держи. Как это я перегружен, если я, блин, уже все продал? Самое тяжелое. Что там еще у меня осталось? 339, а? Давайте подождем. Может быть, несколько дней. Возможно, у него появится денежка. Было бы волшебно. Ну-с, давайте, наверное, еще разочек, чтобы уж наверняка. И... Так,
Так, дружище. Могу ли я тебе еще раз распродаться? Че за дичь? Да, немного того, немного сего. Так, не-не-не, мне нужно продать тебе достаточно тяжелые вещи. Деревянная тарелка. Что за дичь? О! Ты покупаешь драконьи кости. Как хорошо, слушай. Это прям очень хорошо. До встречи. Да, и тебе не болеть. В смысле, моя кровь кипит на солнце. Это нездоровая фигня. Вампирская кровь пит на солнце. Интересный поворот. Ладно, давайте, наверное, друзья мои, мы с вами на этом остановимся, так как уже мы с вами и так очень долго тут всех уничтожаем, всех и каждого. Вот, и я думаю, продолжим с вами уже в следующей серии. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока-пока.